Ирина, ГИБДД. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Если сотрудник подозревает водителя на НС, он обязан составить протокол перед поездкой в наркологию? Нет, если он подозревает, этот протокол не пишется. Ага. Протокол не пишется, просто там после ГИБДД там справка будет. Там, все, ага. Тресп, если тресп, тресп. Все. Хорошо, а с кого взимается плата за проведение теста? Для проведения это... с этого водителя. Почему с водителя? Да, вот так написано там. Как написано? А можно узнать, где это написано? Как это где это написано? Просто всегда было, что государство оплачивает, если сотрудник подозревает. Не, у вас что там, просят что ли? Сколько суммов просят? Ну, они не просят, они просто хотят вести в наркологию, говорят, что я буду оплачивать. Как так? Если они меня подозревают, я трезвый. Сам, почему там, я сам, должен оплачивать? Ну, там сумма в 30, наверное, они сами оплатят. 250 самов. Никакой 250, кто сказал? Вот в наркологии вот так вот. Вас что, на это, на наркотики подозревают? Сотрудники говорят, что 250 нет, самов. Вас на наркотики нет, подозревают? Нет, НС. А там никакой 250 самов, там но маленькая сумма. Хорошо, просто согласно приказу здравоохранения министерства, да-да, там написано, там написано, что оплата за счет государства. А кто у вас просит там именно? Ну, инспектора остановили и говорят, сейчас поедем в наркологию, протокол составлять не будут. Они с вами, верно? Ну, они, нет, это просто, сейчас я отошел, ага. Они не здесь, Мостовская, Шипокова. А, главное, все нормально было? Да, да, у меня-то все нормально. А, все. Вот, они меня просто хотят везти туда, а, отнимают мое время и еще хотят, чтобы я еще оплатил там, это что такое, без протокола, без бумаг, это как так? То есть они должны составить протокол, где первоначальные признаки укажут? Нет, они как могут составить протокол? Ну как, они составляют протокол, вносятся первоначальные признаки, почему меня подозревают. Нет. На основании этого в наркологии берут с меня тест. Вот, а так это просто получается, я приехал, меня привезли просто, проверили, да, отрезали, ну ладно и все. Видите, протокол просто так не составляется. Ну как, если они остановились, если они подозревают, они обязаны, да, составить протокол? Не, если выйдет там, например, алкоголь, да, тогда уже составим. Хорошо, если алкоголь ага, выйдет, тогда... Хорошо, видите? Вот смотрите, если сотрудник будет каждого останавливать и вести в наркологию. Нет, это не каждого, но не, а почему? Он подозревает. Ну а почему он подозревает? На каком основании он? На каком основании он подозревает? Ну у него, может, у тебя есть так какой-то... Вот значит, документально же должен быть протокол, зафиксированная бумага должна быть. Это же согласно приказу. И что сейчас они говорят? Они в наркологию ехать, протокол составлять отказываемся. Туда приедем, будешь оплачивать. Дайте трубку. Ну, сейчас подойду, дадут трубку. Сейчас. Хорошо. Я перезвоню, хорошо? Хорошо, хорошо, давайте. Держитесь, ГИБДД. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот остановились сотрудники, подозревают НС. Хотят вести в наркологию. Я требую составить протокол, они отказывают. А как они могут без освидетельствования протокола? Ну как, они должны первоначальные признаки, а на каком основании меня повезут? Если они вас подозревают, они должны вас повезти в наркологию. Ну, первоначальные признаки они должны вписать в протокол. На каком основании они меня повезут? Врачи, уважаемые. Хорошо, они инспектора, они подозревают, правильно? Подозревают, да. Почему они подозревают? То есть запах изо рта или еще что-то. Они должны писать. Они на каком основании там будут проводить экспертизу? Такого нету. Как нету? Если они подозревают, должны вести вас в наркологию. Ага. Они же не врачи наркологии, хорошо, правильно? Хорошо, а как на каком основании наркологии будут брать результат анализа? На каком основании? Как это, на подозрение? Как на подозрение? Она, ну, и должна быть бумага составлена. Ничего не должен быть. Протокол, когда при освидетельствовании протокола, там, если ага. там трезвый, трезвый, угу. трезвый, не трезвый. Если не трезвый состояние, они должны вас на стоянку поставить и... Ага. А протокол? Протокол составят там, правильно? Вот они да. приехали. А, хорошо. Да. То есть это будет мое добровольное желание. Деньги с кого будут брать? С вас? Как с меня? В наркологии с меня будут деньги брать? Да. Вы что такое говорите? Я ничего такого не говорю. А можно представиться? Фамилию скажите, пожалуйста. Абдумакеев. Абдумакеев? Да. Все, хорошо, спасибо. Ага. Да.